Пожалуйста, обратите внимание на экран. Вы умеете разгадывать ребусы? А это мы сейчас проверим. Теперь-то вы догадались, кого мы ждем на нашей сцене? Сегодня все в большом волнении. Сегодня все хотят поздравить нас. И очень просится на нашу сцену наш самый младший, первый класс. Встречаем аплодисментами. Где-то посмотри. Раз нам дали микрофон, пусть не замолкает он. Пусть сейчас они казисты, конопаты, ученик. Подрасту и тоже стану называться выпускник. По школьным часам вы уже старички, последний окончили класс. А мы в школьной жизни еще новички, мы просто младенцы для вас. Младенцы, что? Нам же мудрость дана. Устами младенца глаголит истина. Мы в этой школе только год по коридорам бегали, но малыши внимательный народ. Мы много наблюдений сделали. В игру одну хотим мы с вами поиграть. Объяснялки наши, кто готов угадать? Объяснялка первая, она так мучила тебя, когда учил уроки. Тебя зовут гулять, друзья, и есть она у многих. Не хочется учиться и убирать постель, так хочется лениться. Ой, и что же делать с ней? Что это? Объяснялка вторая – это хорошее чувство, когда хочется поцеловать и подарить конфету и на гитаре играть под окнами. Что это? Объяснялка третья – такое бывает, когда тебя ругают, обидными словами тебя вдруг называют, а человек нахмурится, стал красным помидором, и руки зачесались. Какое это слово? Злость. Правильно. Объяснялка четвертая. Когда вам весело играть, игрушками делиться, ты другу, ой, хочешь помогать, на улице резвиться. Что это? Объяснялка пятая. Такое бывает, когда на уроке тебя ура не спросили, и двойки стоят в журнале у многих, а тебя пропустили. Что это? На переменах вы гуляли, нас совсем не замечали. Мы же умные какие, и вообще-то мы большие. Желаем в жизни не лениться и обрести любовь. Полезно на себя позлиться, чтоб закипела кровь. Тогда усердно и прилежно к ЕГЭ вы подготовитесь. Удача будет неизбежна, все в жизни вы устроите. Были мелкие, смешные, неблагоразумные, а теперь вы и большие, и ужасно умные. Мы
легко, чтоб училось вам легко, чтоб работа была в радость и ценилась высоко. Не устанем повторять, делай жизни все на пять, и работай, и учись, и влюбляйся, женись. Вот такие у младенцев мысли философские, а иначе говоря, все мы вот такое. Выступать закончить нужно креативненько и дружно. Мы выпускникам России танец сделали красивый. И пусть знает вся страна, лучшие выпускники всегда в своем многообразии 14-й гимназии.
На нашей самой первой линейке в сентябре вы подарили добрый подарок мне. Доставил он нас быстро в чудесный новый дом, в страну большую детства. Мы жили вместе в нем. Теперь же расставаться настала нам пора. Мы пожелаем дружно ни пуху, ни пера. Вот этот самолетик из детства увезет. Да, вам звучит команда, готовится на взлет. Вы наш подарок с доброй улыбкой сохраните, а позже поздравления прочтите. Здесь каждый постарался желание написать вам, будущим студентам, летать, парить, мечтать. Подарки первоклашек не броские, но милые. Они от всего сердца, они, как мы, красивые. Примите их, ребята, в такой прекрасный день, когда звенит звоночек, когда цветет сирень. Конечно же запомним, конечно сохраним, а вам свои подарки на память отдадим. Передаем вам эстафету, и помните, учение – свет. И скажем вам и по секрету, что лучше нашей школы нет. Добра вам, мудрости, ребята, пусть все получится у вас. Пусть радость будет вам учеба, и будет пусть активным класс.